Пушкин, так вот снимаю вам спуск. Как я вам говорю, что, естественно, у меня сегодня вообще практически весь день в машине. То есть, нет, я вообще, кстати, вот начала держать себя в руках, уметь принимать, сейчас как она идет. Ну, потеряла 2 дня, ничего, зато я точно теперь ни за что не поеду. Это раз, во-вторых, поснимали, ладно. Значит, это вот эти горы, не только наши Альпы там, в Альдеусте и в Пьемонте. Ну и вернусь, конечно, я по нашим делам. Я вернусь, конечно. Все, что мы сегодня видели, я вернусь. А так вот я бы, конечно, если бы сегодня хорошо не рассмотрела бы, то как бы еще долго бы я не собиралась бы, понимаете? А так я все себе схватила и как только так сразу мы поедем. Видите, какая дорога, она как бы наклонена, да? Понимаете, да? Не просто она заворачивается, она еще наклонена. В общем, как только так сразу мы съездим, конечно, все тут. Все эти и Тренто, и Бальцано. Но в первую очередь я, честно говоря, хочу вернуться в вот этот Кастелло ди Бон Консильо. Еще раз показать всем там. То есть сейчас его хорошо уже пройти. Вот, и там, кстати, по-моему, нельзя просто так вот. По-моему, там группа. Я точно не помню, по-моему, там группа собирают. Так просто вот ты свободно нику не можешь ходить. Но я сейчас посмотрю, может быть, можно. Вот. Но я еще раз хочу там пройти, потому что там все наше. Я как бы в тот раз еще, когда мы были, это было первые одни из первых вылазок. Я там еще, у меня ни жижи, ни симпиона, никаких там теорий, ничего. Вот. Ни скоб там я не снимала 100%. Поэтому в первую очередь мы вернемся в Тренто, потому что я посмотрела, что в общем-то нормально. Вот так вот, вы знаете, вот я сегодня в 4 встала, в 5 уже поехала, да, то есть вполне возможно для меня выехать в 6 и ничего, все нормально поработать и уже там во второй половине дня вернуться. Вот. Поэтому я вот эти 2 дня меня научили, что я спокойно могу вставать вообще очень рано. Вот, и ничего страшного в этом. Между прочим, в Рому я тоже ездила, вставала 4:30. Нет, да, 4:30 вставала, да-да. Вот. Поэтому один-два раза на неделю можно такое себе позволить, а потом высыпаться. Ну вот я сейчас еще сниму вот эту курву, этот поворот. Так что все, уже больше нет смысла снимать. Я тут это все соединю. День все равно, скажем так, ну, съемки только с машины, все, все трясущееся, все, никаких деталей, никаких там вам ничего так особого, кроме гор, да? Вот. Никаких сенсаций, короче, никаких сенсаций. Но к тому же я еще все-таки все равно разочарована, потому что я не буду скрывать. Естественно, я разочарована, потому что, ну, во-первых, человек не выполняет свое слово. То есть он говорит одно, а на самом деле получается другое. Я такого не люблю. Вот. И это 2 дня повторилось. Вчера я, в общем-то, могла уже, конечно, сегодня я как бы сама уже. Но он мне обещал, что будет 11, вот, понимаете? То есть он меня обманул вообще по полной программе, конечно. Вот. Потому что он сказал, что сегодня точно будет одна всего это доставка, а оказалось 2, понимаете, оказалось 2 доставки, вот. Поэтому я, конечно, очень сильно разочарована. Но ругаться с ними неохота, потому что, ну, какой смысл ругаться, понимаете? Там вообще вибрационный вид, он не... Понятно. Matteo, ti ho chiamato, devo chiamare Stefano.
Так, тут уже наша стена. Вот это, кстати, 52 галереи, это было из нашей, вот из серии Доломитов. Вот, я хочу вам сказать. Только это как бы начало Доломит, а там уже как бы ближе, уже как они заканчиваются. Ладно, ребятушки, все, уже практически спустились. Pronto, capo consegnato, stiamo trottellando verso giù, adesso ci fermiamo. Minchia, mi hai fatto arrampicare sulle montagne, ti ho dato una vallata là. Опять заорал, блин. Ребятушки, все, я с вами прощаюсь, пока-пока.